конечно же, больно моему сердцу, потому что я когда-то пел песни в этом зале и в этих залах. Дает до утра спать, снег растающий, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не ожидали этого приезда, мы знали о том, что кто-то приедет из гостей, но то, что это будет Филипп Бедросович, конечно, нет. Он сказал, что вот я решил приехать и помочь увидеть своими все глазами и помочь раненым. Он привез очень много подарков, общался, исполнил две песни по заявке, как попросили ребята. Раздал подарки им большие, хорошие, там и пауэрбанки, и наушники, и колонки проводные, и иконки, и все вот эти охранительные крестики, вот, все освященное. Затем встретился с тремя ребятами, которым необходимо протезирование после травматической ампутации, после боевых действий. Пообещал им протезы, сказал, что обязательно он это все им поможет. Выпил чашечку чая и уехал. Он рассказывал, какой героический народ Донбасса, и пообщавшись с нами, как мы увидев, как мы работаем, в каком напряжении, как мы здесь вообще живем. Как раз утром был обстрел. Вот он сказал, что в его жизни очень много поменялось с этого дня. Болезненно это все перенес, даже, мне кажется, были на глазах слезы, и очень корректно и очень так душевно разговаривал с ранеными, пожелал всем здоровья.